Всем привет, с вами Трибунал, и вчера, 2 июля, на серверах Godess было сделано обновление, я не знаю, как правильно сказать, в принципе, значит, впервые за долгое время они что-то поменяли, но в принципе, я скажу так, что, шило на мыло. Суть в чем, значит, у нас убрали шахты, да, то есть их теперь здесь нет. И всю награду перенесли в событие зомби-кризис, который у нас когда-то был, и его убрали из-за того, что он был непопулярный, вот этот вот зомби-кризис, да, значит, всю награду с шахт перенесли сюда также, и его когда убирали, типа, разработчики сказали, мы уберем этот зомби-кризис, делаем переработку, он станет интереснее, и, мол, вернем вам его назад для того, чтобы он был играбельный. Но по факту все, что они сделали, это они изменили награду. То есть, ничего. Изменили награду, перенесли шахт сюда. Почему убрали шахт и почему перенесли награду сюда? Мое личное мнение, это то, что разработчики не могут побороть все-таки моды, которыми пользуются многие ребята для того, чтобы скидывать шахт и тому подобное. И для того, чтобы как-то уменьшить взаимодействие этих мод персонажей с обычными, чтобы люди не жаловались на то, что их модом сгоняют, они просто убрали шахты. Они не пофиксили мод, они просто убрали шахты, и изначально они сделали фикс на арене, один на один, которая... Там они сделали зазор мощи в 20% или в 25%, я не помню точно, и для того, чтобы нападать, и этим пофиксили некие там моды, скажем так, потому что топовые персонажи моды не юзают, а твинами просто физически не хватает мощи для того, чтобы юзать. И потом второй путь они взяли и убрали шахты. Просто-напросто все, теперь вы не будете видеть, кто юзает мод, а кто не юзает. Если раньше вы могли спокойно, там на шахтах вас гоняют, парнишка в два раза меньше вас, оп, типа админам написали, его забанили. Но теперь они не будут этого видеть, вы не будете, они не будут. То есть моды будут юзаться и дальше, а вы этого не будете замечать. И, как скажем так, не будет сильно вам оно на глаз давить. Вот, и будет вот такой вот кризис зомби, где будут награды с шахт. Я еще не участвовал в этом кризис зомби, я не знаю, насколько там хорошие награды. Если кто участвовал, напишите, пожалуйста, сколько чего дают за победу в комментариях. Чисто интересно, есть ли просто пакты или чисто драконий кристаллы, я не знаю, мне вот просто интересно. Вот, и второе обновление, это обновление для донатеров, то есть добавляют 4 новых сета одежки на героев, эти Godly Orb, да, которые Божий круг. Но вот это в третий ряд они будут ставить. То есть обычный человек, естественно, и первый, наверное, не открыл. Вот. А это чисто для донатера. Вот такие вот. Сейчас доступны, значит, третий наряд на Одина. И также доступен третий наряд на Бахамута. Сейчас я попробую найти. Там, по-моему, 68-й. Все позакрывали информацию. Где 68-й, да. Божий круг. Да, и вот на Бахамута. На Бахамута это такой Джонни Старк. Типичный, да. Железный человек. И сейчас еще и вот. Стопудово, типа, как слезали железного человека. Смотрится, вот, например, вот эта вот часть смотрится довольно-таки симпотно. Этот меч прям, ни о чем, я бы сказал. Можно было просто реально уже сделать под Тони Старка и оставить там, например, с рук вот эти, типа, огни какие-нибудь. И вот, типа, крылья можно было тоже как-то убрать. Чисто оставить вот такого, да, и добавить ему там какие-то свечения какое-нибудь. Было бы прикольно. Но суть в том, что... По статам они дают точно так же, как и все другие, просто что это дополнительно в акциях новые будут браться в шмотки. Но я опять повторюсь, это не для простых ребят, это все будет для донатеров, для овердоната и тому подобное. Вот, это все, что добавили, это все, что пофиксили, мол, некий фикс по уменьшению мода юзеров и перемещению в зомби-кризис награды. И немножко... шмота на героя. В принципе, это все, но учитывая за долгое время, хотя бы что-то
Ну, это реально похоже просто на типа что-то, а не на конкретное обновление. Но это мое личное мнение. Если вы считаете по-другому, пишите в комментарии. А также, если есть какие-то вопросы, дополнения, может, я что-то не увидел, может, что-то прозевал, опять же, пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.